Значит, по подготовке к отопительному сезону я хочу сказать, что было проведено совещание, проводил его Левинский Евгений Семенович. Значит, я думаю, что до 1 сентября мы уже подведем черту по замене трубопроводу. Я думаю, что за август месяц у нас все, вот июль, август, все места определены, где, будем говорить, требуется такая замена, уже подготовлены эти участки трубопроводов под замену. Промывка ведется планово, уже на сегодняшний день 56% промыта система отопления. Причем мы, будем говорить, ведется промывка в присутствии вот, представителей Комсервис, Теплосеть и Водоканал. Сейчас вы видели, мы большие работы ведем по проспекту Космонавтов по замене теплотрассы, которая, будем говорить, с которой мы имели проблемы в зимний период. Это вдоль церкви Дмитрия Донского, здесь вдоль проспекта Космонавтов будет большой участок замененный на трубы ППУ. Ну, целый ряд других участков, вот здесь и ниже исполкома, вы видите, раскапывают и на 7-м микрорайоне, на 9-м микрорайоне. Значит, на данный момент ведется большая замена 500 метров водовода, это на поселок Горняк, трубы выделены из местного бюджета. Будем стараться уходить от этих больших котлов, будем уходить от больших котельных, дабы перейти на малые котельные, которые будут обслуживать микрорайоны, участки микрорайонов и так далее. Поэтому эта работа по теплокоммунэнерго тоже ведется. Одна из таких серьезных задач, которая стоит перед городом Дружковкой, это установка тепловых счетчиков. Значит, на прошлой сессии городского совета выделено 1 миллион гривен на приобретение прибора учета. Предприятиями Теплосеть и Комсервис сделан учет и проверены все счетчики, которые на сегодняшний день установлены в домах, но не являются хозрасчетными. Поэтому мы на всех этих домах проводим сборы, сходы. Значит, уже на сегодняшний день из 16 я получил на вчера 5 заявлений с просьбой принять эти приборы учета на баланс города. И мы на это пойдем. Мы уже считаем, сколько нам необходимо выделения денежных средств для того, чтобы все эти приборы стали хозрасчетными. Поэтому мы этот вопрос тоже самое, Валерий Васильевич сказал, что мы берем на себя, будем помогать населению и ну, все приведем в нормы и в соответствие. Значит, задача стоит кабинета министра на 2017 год выйти на 70%, чтобы 70% площади было подучетно под тепловыми счетчиками. Я думаю, что мы с этой задачей справимся. Теплокоммунэнерго уже приступает к исполнению всех своих обязательств, уже определены дома, перечень этих всех домов, на которых будут устанавливаться тепловые счетчики, и они уже приступают к работам по оборудованию всех этих пунктов под установку.